шахте. Мне через 6 часов обеспечено одному должно быть. Понимаешь, за что задерживаю? Понимаю. За что? Я бы сказала, пребывание на месте убийства Владлена Татарского. Что ты сделала? Я принесла туда эту статуэтку, которая взорвалась. Которые сражались и били петухов разных, короче, еще... Сейчас у нас такое время, оно не простое. Эмоции, конечно, были, как сказать, ну не шоковые, но немного неприятные, потому что ты считаешь, что ты живешь в каком-то городе, который, ну, которого это вообще не коснется, и оказывается, что у нас здесь бывают такие происшествия, даже не знаю. Но был очень удивлен. Очень расстроен.